Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». По многочисленным просьбам подписчиков в данном видео я покажу вам на наглядном примере, как произвести замену трехфазного счетчика электрической энергии на работающем фидере при соединении, то есть без его отключения и вывода в ремонт. Как раз таки при очередном осмотре оперативный персонал заметил, что на одном из фидеров, вот он данный фидер, во время осмотра нагрузки на фидере не было, а диск счетчика тем не менее продолжал активно вращаться. Про подобный случай я уже рассказывал вам в своем видеоролике про самоход счетчика и как с ним бороться, так что кому интересно, то переходите и смотрите. Также приведу небольшую статистику из своей практики. Наиболее встречаемые неисправности индукционных трехфазных счетчиков у нас являются это самоход, второе — выход из строя счетного механизма, чаще всего ломается, лопается пластиковая шестерня, и третье — это заедание шестерней или барабанов счетного механизма. Вот это самые основные неисправности, которые у нас случаются с трехфазными индукционными счетчиками. Для информации скажу вам, что в настоящее время у меня в обслуживании и эксплуатации находится еще около 2000 аналогичных индукционных счетчиков. Это SA3U-ET, SA4U-I672, просто ИТ, SA3U-I670M, как данный экземпляр. Из реактивных это SR3U-ITR60, просто ИТР, SR4U-I673 и тому подобное. Современные же электронные счетчики мы устанавливаем в основном на вводные, коммерческие и вновь вводимые фидера, а также в случае выхода из строя старых индукционных счетчиков, как вот в данном случае. В основном мы устанавливаем счетчики PSC-4TM, PSC-3ART, SET-4TM, SE-102, SE-302 и C6803V, вот энергомеры, SO-55 и SET-561, или это нынешний агат от Московского завода электроизмерительных приборов МЗЭП. Про эти все счетчики я неоднократно рассказывал вам в своих видео. Можете зайти на мой канал, соответствующий раздел про электросчетчики, и посмотреть, кому интересно. За все это время нами было установлено более 120 штук новых электронных счетчиков. На этом мы не останавливаемся и продолжаем модернизировать свои приборы учета. Но вернемся к нашей ситуации. Вышедший из строя трехфазный индукционный счетчик SA3U-I670M я заменю трехфазным электронным счетчиком MILUR-307. Кстати, MILUR-307 учитывает не только активную потребляемую электроэнергию, как данный вот счетчик, но и реактивную. С данной компанией я познакомился еще в 2014 году на одной из выставок по электротехнике и энергоэффективности в Екатеринбурге. И только спустя 3 года решил опробовать их продукцию на деле. Про преимущества и недостатки счетчика MILUR-307 я еще расскажу по ходу монтажа. А пока перейдем к существующей схеме подключения счетчика SA3U-I670M. Данный счетчик подключен в трехпроводную сеть напряжением 500 вольт через два трансформатора тока. Вот они, ТК-20, тип у них ТК-20 с коэффициентом трансформации 300 на 5. И трансформаторы напряжения. Трансформаторы напряжения. 3 нос 500 вольт на 100 с коэффициентом 500 на 100, то есть первичное напряжение 500 вольт, вторичное 100 вольт. Вот у нас секция 500 вольт. Вот это наш фидер. Вот это наш фидер. Щитовой амперметр. Рукоятка рубильника. И автоматический выключатель. Тип автоматического выключателя А3144. Ну, с этим автоматом вы уже знакомы. Я, кстати, в одном из своих видео рассказывал о его неисправности.
Вот у нас секция 500 вольт, секция сборных шин. И от нее сделаны вот отпайки на каждый фидер. В данном случае вот у нас это является нашим присоединением, нашим фидером. Идет на разъединитель или рубильник. Далее идет на автомат, он находится с лицевой стороны панели. С автомата приходит на трансформатор и тока, и вот уже кабелем уходит потребителю. Вот внешний вид трансформаторов тока типа ТК-20 с коэффициентом трансформации 300 на 5. Они установлены в фазе А и С. А это желтая, С красная. Трансформатор напряжения подключен к сборным шинам 500 вольт через автоматический выключатель. Вот он даже обозначен автомат со стороны 500 вольт. Со стороны вторичного напряжения 100 вольт также установлен автоматический выключатель. Вторичные цепи 501, 521 и 541 напряжением 100 вольт от автомата проложены по всем панелям секции 500 вольт. То есть на данное присоединение приходит 501, 521, 541. Это А, Б, С с трансформатором напряжением. Отсюда уходит на соседнюю ячейку и так далее по всем панелям данной секции 500 вольт. Также к цепям напряжения подключен вольтметр. Вот вы видите, сейчас показывает 500 вольт, ну, чуть-чуть больше. И вот. И через вольтметровый переключатель мы можем посмотреть напряжение, различные линейные напряжения, а также фазное напряжение. Здесь не составляет особого труда определить расчетный коэффициент для данного присоединения, который равен произведению коэффициента трансформатора тока и трансформатор напряжения. Коэффициент трансформатора тока составляет 300 на 5, то есть 60. Коэффициент трансформатора напряжения составляет у нас 5. И получается 60 умножаем на 5, получаем расчетный коэффициент 300. Таким образом, чтобы определить потребленную электроэнергию, необходимо показания данного счетчика умножать на число 300. Кстати, данный коэффициент расчетный всегда указывается в акте на установку замену электросчетчика. Счетчик SA3U E670M имеет, соответственно, номинальный ток 5 ампер и линейное номинальное напряжение 3 по 100 вольт. Счетчик Milur 307 имеет аналогичные технические характеристики. Данная модель 21R-1L. Вот она указана. То есть также вот номинальный ток 5 ампер и номинальное напряжение 3 на 100 вольт. Ну, фазная 57,7, линейная 3 на 100. Помимо этого, счетчик Milur обладает более высоким классом точности. Вот здесь вот написано. Это у нас вот 0,5S для активной мощности и единичка для реактивной мощности. Напомню, что для граждан-потребителей класс точности должен быть 2,0 и выше, а для предприятий 0,5S или 1,0 в зависимости от мощности потребителя. Счетчик Milur 307 имеет гораздо большую чувствительность, по-моему, не более 5 мА, и может учитывать электроэнергию аж по 8 тарифам. Хотя в моем случае счетчик запрограммирован лишь на один тариф. Срок службы данного счетчика составляет 30 лет, а межповерочный интервал МПИ 16 лет. По сравнению с счетчиком SA3U E670M разница в межповерочном интервале составляет в 4 раза. То есть у данного счетчика мы делаем ему поверку и калибровку раз в 4 года, а данный счетчик имеет МПИ 16 лет.
Ну и также Милур 307 имеет вполне приемлемую цену. Вот, например, данный экземпляр на момент публикации видео имеет цену чуть ниже 5000 рублей. Как видите, с трансформатором тока и трансформатора напряжения на данный промежуточный клеммник, то есть переходной испытательной коробки КИП здесь в моем примере нет. Вот сюда приходит 6 проводов со следующей маркировкой. То есть 501, 521, 541. Это цепи напряжения А, Б, С, соответственно, 402, 421 и 410 это токовые цепи. 402 фаза А, фаза С и общий вывод трансформаторов тока. Прошу заметить, что обозначение проводов, то есть маркировка данная, выполнена еще по старым ГОСТам. Все вновь вводимые фидера мы уже маркируем по новым ГОСТам, а все существующие оставляем еще со старой маркировкой. То есть от начала вторичной обмотки И1 трансформатора тока фаза А провод с маркировкой 401 идет сначала на щитовой амперметр, вон он. Далее с него приходит сюда на промежуточный клеммник и через него уходит на клемму 1 нашего счетчика. На клемму 7 счетчика, вот она, вот клемма 7, подключается начало обмотки И1 от трансформатора тока фазы С. То есть это провод с маркировкой 421. Вот он приходит на клеммник трансформатора тока и отсюда уже идет на седьмую клемму. На клемму 9 подключается конец обмотки И2 от трансформатора тока фазы С. То есть это 410 кончик. Вот. Перемычка между трансформаторами сделана там, на трансформаторах тока. Сюда приходит уже один вывод. И вот он идет на девятую клемму. А с девятой клеммы сделана перемычка на третью клемму. И на клемму 2 подключается фаза 501. На клемму 5 521 фаза Б, цепей напряжения. И на клемму 8 фаза С 541, фаза С цепей напряжения. Клеммы 4, 6 и 10 в данном счетчике отсутствуют. Вместо них есть только технологические пустоты. То есть здесь счетчик является двухэлементным и считает электроэнергию по методу двух ваттметров, то есть при наличии двух токов в фазе А и С и наличию линейного напряжения А, Б, С. Производить замену счетчика электрической энергии по возможности необходимо со снятием напряжения, чего от нас и требует по ТЭУ пункт 42.9. То есть работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. Но если такой возможности нет, вот как у меня данный фидер находится в работе и отключить его пока нет возможности, то ничего страшного. Произвести замену счетчика можно и на работающем фидере. Главное это знать некоторые особенности, про которые сейчас я вам и расскажу. Самое первое правило заключается в том, чтобы закоротить токовые цепи трансформаторов тока. А иначе при разрыве может случиться очень неприятная ситуация. От появления высокого напряжения на токовых клеммах вот здесь и вплоть до выхода из строя трансформаторов тока. Кстати, данное требование указано в ПТУ пункт 32.2, пункт 42.2 и в ПТЭП пункт 2.6.24. Все вот эти выдержки из этих пунктов я сейчас приложу прямо в видео. Поэтому для замены счетчика в первую очередь я всегда закорачиваю токовые цепи с помощью вот такой вот самодельной перемычки. Не помню, я, по-моему, уже ее в одном из своих видео показывал. В общем, мне нужно закоротить на клеммике между собой выводы 402, 421 и 410. Чтобы вторичный ток замыкался не через токовые обмотки счетчика, а через нашу перемычку. Видите, на токовых клеммах в центре имеются специальные центральные винты.
куда и подключается данная перемычка. То есть вот берем перемычку, вот ее вставляем под винт. Затягиваем, берем второй конец, коротим на 421, и у нас остался третий вывод, коротим его на оставшуюся третью клейму. Вот, готово, перемычка установлена. Причем проверить отсутствие тока в цепи по амперметру щитовому у нас не получится, так как он подключен до перемычки, и через него ток протекает. То есть амперметр показывает ток нагрузки потребителя. Так что учтите данный факт. А после установки перемычки диск счетчика должен немножко замедлиться. Совсем счетчик остановиться не может, так как часть тока все же протекает не только через перемычку, но и через его токовые обмотки по закону наименьшего сопротивления. Но ничего страшного, так как после отключения токовой обмотки, токовых цепей, весь ток будет замыкаться через нашу перемычку. В принципе, с токовыми цепями у нас готово. Теперь нам нужно отключить три фазы цепей напряжения, то есть 501, 521 и 541 кончики. Для этого на клеммнике откручиваем вот эти три штекера. Ну, кто как их называет, кто называет их штекерами, кто их называет шпеньками. Вот. Вот открутили фазу А. Включим фазу Б. И откручиваем фазу С. Вот. Сейчас проверим отсутствие напряжения на выводах 2, 5 и 8. И, в принципе, можно демонтировать счетчик. Токовые цепи перед счетчиком у нас закорочены, цепи напряжения с обмоток счетчика сняты, и теперь можно смело приступать к отключению от него проводов. Отключаю от счетчика все провода, естественно, где нет бирочек с маркировкой, то обязательно маркирую эти концы. Ну вот здесь вот у меня маркировка есть, 402, 501, видите. Маркировать мне здесь не потребуется. По порядочку все откручиваем. Так, это не надо нам пока. Как видите, зажимы счетчика SA3U E670M выполнены из латуни и имеет два зажимных винта. Это не самый лучший вариант зажима, так как винтами можно легко передавить жилу, то есть особенно если она алюминиевая. Хотя и вот как видите, медные проводники тоже зачастую получаются передавлены. Данный счетчик крепится на трех винтах. Вот. Вот. А здесь нету. То есть по факту держится на двух. И в принципе этого вполне достаточно. И все. Снимаем данный счетчик и приступаем к установке нового счетчика. Ну вот здесь винт снял. Здесь тоже открутил. И в общем снимаем наш счетчик. И перейдем к установке нового счетчика. Как вы успели заметить, новый счетчик имеет крепление под динрейку. Но производитель этот момент
предусмотрел и добавил в комплект вот такую готовую металлическую переходную пластину. Вот она. То есть пластина крепится на три винта, и на ней имеется уже своя один рейка. Задумка была следующая. Пластина должна была крепиться на соответствующие места крепления старого счетчика, но, как вы видите, ее размеры не совпадают с размерами крепления нашего счетчика SA3U I670M. Насколько я понял, то данная переходная пластина, скорее всего, предназначена для однофазных счетчиков, но не для трехфазных. Да и сама пластина выполнена из достаточно тонкого материала. Очень легко гнется, вот вы видите. А ее динрейка сделана таким образом, что я на нее так и не смог закрепить счетчик. Видите, она как? Поэтому данную переходную пластину я использовать не буду, а установлю на место крепления старого счетчика, вот между вот этими двумя креплениями, установлю динрейку. Мне ничего не придется сверлить, а только лишь прикрепить к уже вот этим готовым отверстиям заранее приготовленную динрейку. То есть вот таким образом. Ширина старого счетчика как раз соизмерима, получилось, что она соизмерима с шириной нового счетчика. Ну вот сюда установил динрейку. Установил на динрейку счетчик и приступим к подключению нового счетчика согласно схеме из его паспорта. Дело в том, что современные счетчики выполняются трехэлементными, то есть ведут учет электроэнергии по трем фазам. Старый же счетчик был двухэлементным и рассчитывал потребляемую мощность по методу двух ваттметров, то есть имея на входе токи всего двух фаз А и С и, соответственно, трехфазное линейное напряжение сети 100 вольт. В связи с этим, из-за отсутствия трансформатора тока в фазе Б, мы как бы имитируем ток фазы Б путем подключения на вход элемента фазы Б общий нулевой токовый вход, а на концах всех элементов собираем звезду. То есть делаем перемычку между клеммами 2, 5 и 8 в данном вот счетчике. Перемычки я изготовил заранее из провода ПВ1 сечением 2,5 квадратных миллиметров. То есть вот у нас вторая клемма, пятая и восьмая. Это у нас звезда, и сейчас мы будем подключать оставшиеся концы. Кстати, обратил внимание на то, что у счетчика Милур 307, да и, наверное, не только 307, не совсем стандартно и привычно для меня выполнены клеммы на счетчике. Вот, например, токовый вход фазы А, вход и выход фазы А находятся на клеммах 1, 2, вход, клемма 1 это вход, клемма 2 это выход. А на третью клемму подключаются уже цепи напряжения фазы А. И дальше также четвертый вход фазы Б, пятый выход фазы Б, шестой это цепи напряжения фазы Б, седьмой вход тока С, выход тока С и напряжение С. Я привык, что у нас начало всегда берется первая клемма, потом идет цепь напряжения и третья клемма это выход опять по току. Так что будьте здесь внимательны, хотя перепутать здесь токовые клеммы от клемм напряжения достаточно сложно. Как видите, токовые цепи выполнены двойными, с двойным зажимом, а клеммы напряжения с одинарным, с одним. И они также вот отделены здесь немножко, вот видите, пластиковой такой окантовкой от токовых цепей. В последнее время
У разных производителей клеммы располагаются всегда по-разному. Вот тот же Меркурий, у него вообще цепи напряжения вынесены в отдельный ряд по отношению к основным токовым клеммам. Кстати, зажимы у Милура выполнены. Сейчас увидите, вот они. Выполнены гораздо надежнее, нежели у предыдущего счетчика. Зажим сплошной. Здесь, как вот в автомате, сплошной зажим идет. И риск передавливания жилы здесь практически минимальный. Вернее, даже его, наверное, его здесь и нет. Также хотелось бы отметить то, что ничего вырезать в клеммной крышке под провода для проводов не нужно. Как это приходилось делать у счетчиков ПСЧ и того же Меркурия. Крышка здесь компактная и одевается поверх зажимов и нисколько не мешает подходящим проводам. То есть вот она в дальнейшем одевается, а провода подключаются немножко, вот видите, в другой плоскости. То есть она не мешает, ничего в ней вырезать не нужно. Как удачно разместился счетчик, даже старые провода удачно подошли. Сплющенные проводники, сплющенные жилки откусил, перезачистил, и вот получилось. Ну вот, все подключил, как видите, все получилось аккуратненько. Еще раз пробежимся, это у нас 402 кончик, это у нас перемычка, вторая клемма, третья клемма, фаза А цепи напряжения 501, четвертая клемма, это общий 410 токовый, клемма 5, это перемычка, клемма 6, 521, это фаза Б цепи напряжения, седьмая клемма, 421, это фаза С, начало токовой цепи, восьмая клемма, это перемычка токовых цепей. И последняя, это у нас девятая клемма. Это у нас 541, фаза С цепей напряжения. Кстати, вот клеммную крышку даже не нужно закручивать. Она крепится на защелках и затем пломбируется. Вот здесь специальные два ушка есть. Как я и говорил, ничего в ней вырезать не нужно. Верхняя крышка вот здесь вот имеет аналогичное исполнение. Под ней находятся клеммы для подключения внешнего питания 12 вольт. Далее это у нас импульсные выходы активной и реактивной энергии. И здесь у нас последние. Это подключение интерфейсов связи. Так, здесь же находится у нас батарейка. Кстати, впервые вижу, чтобы батарейка в счетчике была вынесена наружу, то есть вне корпуса. Вполне грамотное и достойное решение. Ну, теперь мне осталось убрать нашу перемычку и вкрутить штекера цепей напряжения. Счетчик там уже загорелся. Так, и фаза осталась. Так, и убираем наши перемычки. Так, ну вот убрал перемычку, счетчик у нас горит, и счетчик отображает различные параметры на своем ЖК-дисплее. Параметры группируются на 5 циклов, то есть переключение между циклами происходит при нажатии кнопки меню, а переключение внутри цикла происходит при нажатии кнопки параметры. Так, вот видим напряжение фазное. Фазы А 61,8, Б 61,6, 61,5. Фаза А потребление по току 0,008, Б 0,002, 0,009 ампер. Так, частота сети 50 Гц. Так, и тут по кругу идет. Дальше косинус 0,3. Если правильно понимаю. Ну, все параметры я
перечислять не буду, так как информации здесь более чем предостаточно. Если интересно, то посмотрите в руководстве по эксплуатации. Укажу лишь вкратце, что на ЖК-экране отображается потребление активной, реактивной, полной мощности по 8 тарифам. Суммарная потребляемая активная и реактивная мощность по всем тарифам, номер действующего тарифа, дата, время, адрес счетчика, версия программного обеспечения. Также можно посмотреть активную мощность по каждой фазе, то есть текущую активную мощность, текущую реактивную мощность по каждой фазе, текущую полную мощность по каждой фазе и ее суммарное значение по всем трем фазам. Напряжение фазное, то есть по каждой фазе ток, по каждой фазе ток, текущий ток. Частота сети, коэффициент мощности и так далее. После подключения счетчика необходимо обязательно проверить чередование фаз и снять векторную диаграмму. Но об этом я расскажу вам как-нибудь в следующий раз. Кому интересно, то подписывайтесь на канал «Заметки электрика». В данной модели счетчика предусмотрен интерфейс передачи данных RS-485, который можно использовать, например, в автоматизированной системе коммерческого или технического учета электроэнергии. Таким образом, реализовав данный функционал, можно осуществлять своевременный, автоматический и удаленный сбор показаний потребления электроэнергии в реальном времени, что позволит уменьшить затраты на обслуживающий персонал, то есть не нужно будет ходить каждый раз списывать показания счетчика, делать это будет автоматически и удаленно, то есть дистанционно. Также позволит уменьшить потери электроэнергии за счет контроля и анализа использования ресурсов, позволит выявить воровство, ограничить потребление должников при условии, что в счетчике имеется встроенное реле для дистанционного управления нагрузкой. Также здесь контролируется качество электроэнергии. Сфера применения системы АСКУА, то есть автоматизированной системы коммерческого учета и технического учета, достаточно обширная, начиная с жилых многоквартирных домов, гаражных кооперативов, коттеджных поселков, садовых товариществ и заканчивая крупными предприятиями. Как вариант, можно выстроить систему АСКУА для своего жилого многоквартирного дома, установив на ввод в жилой дом и в каждой квартире соответствующие приборы учета. Я же смотрю в сторону автоматизации технического учета на подстанциях своего предприятия. Подобные проекты я уже внедрял на одной из своих подстанциях. Опыт реализации у меня имеется, поэтому попробую в дальнейшем расширять эту возможность, использовав соответствующие приборы учета. Помимо интерфейсов RS-485 имеются и более современные интерфейсы связи, такие как PLC, RF, GSM и другие. Каждый счетчик Милур снабжен оптическим портом, вот, и импульсным входом, вот здесь под крышкой я его показывал. А третий интерфейс связи выбирается непосредственно при заказе. Я выбрал RS-485, он мне знаком, опыт эксплуатации уже есть, поэтому выбрал вот его. Обмен данным с компьютером осуществляется через интерфейс связи RS-485 или же через этот же оптический порт. Ну, видео получилось достаточно объемным, и если я вдруг что-то упустил из виду и не рассказал, то задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что данное видео будет полезно вам не только при подключении счетчика Милур или SA3U I670M индукционного, но и других аналогичных приборов учета. Но если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч!